Очередное утреннее кормление. На сей раз мадагаскарским тараканом. Таракан как будто машет лапками. Спасите, помогите. Пожалуй, именно мадагаскарские тараканы единственные из живых кормов, кого мне действительно жалко отдавать. Не потому, что они стоят по 60 рублей за штуку, потому что они очень милые. И несмотря на то, что тактильно неприятные, не знаю, как это выразить. Всю жизнь у меня была фобия, точнее, жуткая неприязнь к тараканам. Но, подержав мадагаскарских тараканов, это все совершенно другое дело. Они значительно отличаются. Ну вот, завтрак состоялся. Сначала таракана перевариваешь, потом за всякими десертами лезь.